Губкинские спортсменки заняли второе место в окружных соревнованиях по волейболу. Они прошли в рамках спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа группы А. Золото первенства завоевала команда Нового Уренгоя, бронза у Надыма. В декабре в газовой столице пройдут соревнования по мини-футболу, заключительному 12-му виду спартакиады, после чего подведут ее итоги. В прошлом году победу одержали сборные Нового Уренгоя, Ноябрьска и Пуровского района.